добавить, что наша выставка – это коллективный труд всех друзей художника, к числу которых я причисляю музыкальный колледж города Екатеринбурга, замечательный квартет, создает нам такую атмосферу необычного путешествия на этом корабле дураков и монстров. И наших партнеров в этом проекте, Эльвиру Архангельскую и Алексея Бояршинова, я хочу поблагодарить за идею онлайн-трансляции нашего вернисажа, которая предоставляет нам с вами возможность сказать в открытом эфире слова любви, признательности и в адрес любимого нами художника. И это будет услышано далеко за пределами галереи. Таким образом, наше событие не ограничивается стенами этой галереи. И это абсолютно соответствует масштабу героя нашего события, художника непровинциального. Спасибо.